Какая сегодня будет погода? Давайте посмотрим прогноз. Весна начинает свой робкий дебют в Сибири и на Дальнем Востоке с первых плюсовых температур сезона лишь на юге Камчатского полуострова. Так, если в Магадане термометр еле-еле показывает 0 градусов, то в Петропавловске-Камчатском ожидается 2 градуса тепла. Но сравнительное тепло является результатом не только наступающей весны, но еще и циклона, который охватывает территорию восточной части Сибири. Поэтому неудивительно, что в этом районе продолжаются довольно сильные снегопады. Весна идет и на юг от Камчатки, где уже зарегистрирована температура выше нуля. Во Владивостоке завтра ожидается до 5 градусов тепла, но погода будет пасмурной и ветреной, ветер до 10 метров в секунду. К западу от Хабаровска температура воздуха ниже, местами до 5 градусов мороза, а чуть севернее морозы еще сильнее, 10 градусов ниже нуля, зато день ожидается солнечным. На юге Восточной Сибири переменная облачность, без осадков. Средняя температура около нуля. В Западной Сибири, в районе Новосибирска, еще также прохладно. От 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, без осадков. Такая же картина наблюдается и на Урале. Температура от минуса 2 до 6 градусов тепла. На полуострове Таймыр еще зима, минус 15 градусов. На юге региона минус 5, минус 10. А на берегу Северного Ледовитого океана в Нарьян-Маре ожидается около 5 градусов мороза. На побережье также ожидаются снегопады. Переходим к погоде на юге европейской части России. Начнем с Нижней Волги, где в полном разгаре весна. В Астрахани днем воздух прогреется до 18 градусов. Осадки не ожидаются. Такая же ясная погода стоит по всей Нижней Волге. В Волгограде плюс 15, а севернее в Саратове около 12 градусов тепла. А на восточном берегу Черного моря преобладает центр низкого давления, который принесет осадки на курорты. Возможны грозы. В Сочи столбик термометра поднимется до 16 градусов. В Ростове-на-Дону тоже около 16. Низкое давление через двое суток будет отмечаться и на Северном Кавказе. А пока там переменная облачность и более прохладная погода – от 8 до 13 градусов. В центральной части России холодный фронт, который принесет дожди Кавказу, уже проходит. Здесь небо проясняется, но становится холоднее. Температура днем не превысит 10 градусов тепла, ветер порывистый – до 15 метров в секунду. На севере и северо-западе России преобладают температуры, характерные для апреля. В Мурманске – минус 2,0. В Архангельске и Петрозаводске – около 2 градусов тепла. В Новгороде – плюс 5. А в городе на Неве – немного теплее – около 7. Завтра в регионе ожидается переменная облачность, а к вечеру температура понизится в связи с приближением центра высокого давления, который принесет ясное небо и солнце. А Москва пока встречает нас дождями и прохладой. Плюс 5, плюс 8. По области 4-10. Правда, через двое суток картина изменится. Дожди прекратятся, но температура останется неизменной.